Сегодня вы принимаете, наверное, самое значимое решение, даже сложно представить, может быть, в жизни более важное решение, чем то, которое вы принимаете сегодня. Так, дорогие гости, еще раз хочу объявить, что сегодня мы все здесь собрались в честь вступления в законный брак перед лицом Всевышнего Бога Эдуарда и Вероники. Эдуард, сегодня ты навсегда меняешь свою жизнь, она никогда не останется прежней. Сегодня ты делаешь это свободно. Да. Давайте дадим аплодисмент, это мужественный поступок. Вероника, ты вступаешь в этот брак свободно, осознанно, это твое добровольное решение? Да. Давайте дадим аплодисменты. И как муж и жена, вы можете поприветствовать друг друга целованием. Пожалуйста.